29 августа 1871 года. Если я не путаю, 150 лет назад. К нам в мою родную Самару приехал государь-император Александр II Освободитель. И не просто приехал. Приехал с детьми, с наследником престола, Сашей, сыном будущего Александра Федоровича. Приехал он для того, чтобы у нас в Самаре заложить первый кирпич, фундамент, строительство огромного храма. И мы всегда будем построить Самару огромный пожелание собой, которое считается сателлитцем, костные сайты, это возможно было основным пирамидом России, 4 российские империи. Вот, и сюда император приехал, к его приезду был подготовлен серебряный мастерок, серебряный молоко, государь император, лично, с детьми, с наследником престола, золотой кирпич, собрался весь город, на весь город, который 54 тысячи человек, народ стоял на коленях, плакал от восторга, разрываемые любовью к императору женщины, православные женщины, скромные, срывали себя платок, что не совсем правильно, бросали под ноги императору, чтобы потом, когда и расценили люди, принесли домой детям, внукам, показали, что это значит, что только считали иногда императором. А, и вечество, она, и, да, да. А что говорят, и батюшки стали поднесли огромные даже не на блюдечке, голубой колёночке, на блюдечке, такой объем, такой гигантский объем технических знаний, полученный таким гигантским трудом такого коллектива.